Черт! Как же тут воняет! Везде крильское дерьмо! Хватит за работу! Надо успеть, пока крилы не вернулись! Я слышал! Местам. Я за тобой. Один есть. Рисковать резонатором нам нельзя. Коул, Дерт, вы оставайтесь стеречь товар. Эй, мне дважды повторять не надо. Сообщим, когда будет чисто. Пока. Даже не знаю. У меня от всех этих подземелий мурашки по коже. Мы просто зайдем, поставим резонатор, а потом слиняем. Раз плюнуть. Может, ты прав. О, да! Вам с Коулом придется искать другую дорогу. Кто бы сомневался. Ладно, мы пошли. Увидимся на месте. Вали назад! О, черт! Стройся! Следующий!
строиться! Пойдет. Надо искать другой путь. Чертело падать. Берт, что там у вас? Еще в пути. Черт знает, где находимся. Мы тоже сбились. Продолжаем движение. Если первыми доберетесь к насосной станции, укажете нам путь. Идет? Идет. Ты слышал? Минус один. Скоро уже взойдет солнце. Так, у нас время на исходе. Придется разделиться, чтобы найти станцию. Надеюсь, я выбрал правильный путь. Я тоже на это надеюсь. Атака! Люди! О, да! Минус один! Размеры, это чертова шахта. Мы наверняка уже близко. Берт, вы все еще там? Да, к сожалению.
Работу. Черт. Трупник! Ну или он, или мы. Назад дороги нет. Поэрт, у нас тут трупник. Черт, это объясняет землетрясение. Ладно, мы идем. Задели?
мы как раз вовремя. Как раз вовремя, чтобы поцеловать меня взад. Поверить не могу, что мы это пропустили. Коул, резонатор еще у тебя? Одет, обут и к бою готов. Сколько на часах? 5:15. Скоро взойдет солнце. Давайте быстрее. Думаешь, сколько эта эмульсия стоит? Думаю, я до стольких и считать не умею. Наконец-то. Вот она. Так, план такой. Том, мы идем прямиком туда. Коул, Баэрт, вы обходите сбоку и оказываете поддержку. Главное, берегите резонатор. Ясно? Есть план. Ты слышал? Это что еще за звук? Да просто ветер. Ну да. И когда в последний раз к тебе сорочу ветром надувало? Это не дроны. О, черт. Хорошо же их кормили. Мы называем их тронами-стражами. Думаешь, они в курсе, что мы задумали? Но мы же не пирожки раздавать пришли. Ясно, что они что-то подозревают. Надо зачистить станцию. Заряжай! Кто не против? Давай!
Отлично! Пора домой! Лаэрт, включай резонатор! А мы пока наладим лифт! Местам. Пошли! Штаб, это Дельта. Здесь чисто. Резонатор активирован. Отлично, Маркус. Ждите, вороны уже в пути. Ну что, обратно на базу? Похоже на то. Хорошо, с меня? Уже хватит. Жратва горячая. Хоть весь день. Дельта! Все плохо. Не вышло. То есть как это не вышло? Эйер, пошли! Зато у нас вон чего есть. Я этим тебе челюсть сверну. Понял меня? Заткнись и смотри. Феникс, видишь? Это ходы саранчи. Сам знаешь, я прав. Где ты это взял? Выскочило, когда я его хакнул. Файлы были там. Феникс, что у вас? Аня, ты это видишь? Так точно. Рядовой Бэйрт прав. Геобот показывает больше данных, чем резонатор. О, ну что за бред? Скажите мне, откуда эти данные? Сэр, они из Восточной Академии. Если точнее, из дома его отца. Чьего отца?
сержанта Феникса, сэр. Как думаешь, Феникс, сможешь найти дорогу домой? Да, сэр. Смените курс.